Слышь, так компания. Что? Компания так. Так я гостям буду, здорово. Берешь, как это развить? Здорово, Толя. Всем доброе утро. Какого черта, блин? Я здесь ничего не делал. Ты как не менялся? Ну это дефолтные настройки. Что ты хочешь-то? Я думаю, все не так. Ну ты только не плачь. Почему у меня на клавиатуре F-ки пропали? Да игнорируйте его, блядь. Он каждый раз это делает. Выводит на эмоции. Не говорите с ним. Нормальная тема. А где тоже сапуху наводил кофе или что? Я не кофе делал, у меня чай. Типа другой корпус? Нет, ты, блядь, только вредную хуйню пьешь. Какую вредную? Кофе, вот чай лучше пей, расслабляйся. Сейчас поверить, поверить. А я не напрягаюсь. Поверить. Бля, надо было в такую кружку наливать. Это, я так понимаю, сделали и не съели. Это Кирюха? А, ну, может, завтракал. Нормально позавтракал. Эй, вы не, где кофе, пожалуйста, если мы запустимся? Я не беру такой. Да на какой на буду залить? Ладно, ну хорошо. Ой, на ХГшке. Бля, сейчас меня полицейцы сняли, смотри. Один с управы стоит. Он ушел. Миша. Я с тобой, Кирюх. Дорога, не дорога, не дорога, стоит. Они держат одни и те же углы каждый раз. Ой, слева. Патик залетел, тряпнутый, одно хп. Он убьешь его? Настя. Может с тобой? Держать будешь? Да, это же моя мечта, блядь. Каждый день. Я себя чувствую, как что мы как китайцы, блядь, колбой хуярим. Один человек. Все на месте. А Лёха где? А Лёха переодевается. Мы не будем ждать? Будем. Ну, я не знаю, место повесится, повесится. Повесится, да ты что, выгораешь, поехали? Да нормально, нормально. Подожди, Вань. Да нет. Иди сюда. Да нет. Да сфоткайся, что ты заложник. Все, Ванька, отрабатывай теперь. Вы идете? Ребят, Толь, Аснали, где Аснали? Идете, идете. Я, идете. Команда нам еще I hop out the car, leave the motor running. Why you always talking like you know something? Why you always talking, going show them something? А вот вы кого Децлом называли? Коротких или дурачков? Дебилов, да? Коротких дурачков. Вот короткие дурачков. Да? Дурачков или ну, дурачков или называли, дурачков? Да? В основном дурачков. Ну, Децл, ну, типа Децл, дурачок. Да. Да, ну. Не коротких? Ну, нас позвали вне очереди, потому что мы самые фотогеничные, самые модели тут. Ну что ж поделать с этим феймом, с этой популярностью. Я еще не закончила. Знаешь, почему по-английски? Это была идея Кирилла, не моя. Сейчас, шиковать. Короче, знаешь, как можно сделать? Если засунуть его руку в стакан с теплой водой и поссать на него, то он подумает, что это он обоссался. Так, дорогие подписчики, хост уснул. Это значит что? Что и нам пора собираться и ложиться спать. Сегодняшний день прошел продуктивно. Мы занялись медиа, отснялись,
попрактиковались, привыкли к Риаду, к этой чудесной погоде и чудесному городу. И теперь мы идем спать. Всем спокойной ночи. Как на ЛГС, параметры запуска, без них не запустится игра. Это друг сказал, что это должно быть? Да. Сказали, ланч в час начинается. Начинается в час. В час начинается. Через 20 минут, поэтому я говорю, все играют. Пойдем, Леша. Ну, как ты слышишь? Пока я. Опа, где Да, я же, конечно, скажу с этикетками. Да, блин. Это негативный пас. Выиграли сегодня. Почувствовали вайп арены. Главное, настроились. А завтра применим все на практике. Все будет класс. Как нереальный свято С. Да ж, сука, не бей, дебил, там девайсы, блядь. Да не бей. Окей, летко. Заткнись, я тебя молю. Что же ты скажешь? Бля! 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 Остальный уже пришел. Да, я бегу. На двое пушат, на двое запушила. Право. На табазе. Право у вас пуши двое. Мага 70. Мага как? Мага фул. Масон как? Ах ты ж. Я умер, ты один. Масон бил. Ага. Бегу. Там все. Into the fight. It's a very committing sort of situation here, and Team Liquid, what? Wow, get just stomped by Aurora up the top. Aurora! Rose! Я не понял, ёпт. Aurora! Come on, guys! Why are you so sleepy? Ну что ты там плачешь? Сопли на кулак наматываешь. Сейчас я тебя не слышу. Там. Сейчас все будет. Где там будет? Сейчас все будет. Кто не заснет, нормально сейчас все будет. Aurora dropped down from the high ground. Looking on the other side, love is positioning. Aurora, nice beams and lovely follow. FaZe get eliminated, our last three squads left. All right, GHS Aurora, Twisted Minds. Oh my lord, this bang hole from 9 Impulse is doing damage. Все, ну да тут победа. Казах падает и кулаком уже пинают лоха. Найс. Первый за нами. Анатолий тут, Ксивник, очень так, на план. Бля, кстати, смотри, у них еще игра же такая была. Там, по-моему, нокнулся Кирчик. Я точно не знаю, не видел. First game! First win! И в итоге у них игра за два подсоса закончилась. Это подсос в ЛГ,
и подсос на ХГ в башне. Все, это два подсоса на победу. Я не понял, что ты руку поднял, думал, ты меня ударить хочешь. Ребята, это пишет? Ребята, это была первая игра. Запинали руками Twisted Minds. Ну. Ну. Гара-гюры. Я сейчас пизды получу уже. Да, да, да. Давайте, мужики. Да. Остановись. Side by side, Aurora. Oh, he rained right off the zip line. Nizu was the first one taken out. Oh, they just flew in right on top of him. Oh, no. No, not on a silver platter on top of Aurora. Zone is very quickly going to start closing. Probably he's got one syringe left. It's this fight or it's nothing, and it is nothing for Luminosity. Aurora, they're sitting in number four now. Другого нет, надо показать одного. Да, видите, блядь, на зоны покажите, которые бегают. Жуков. Сейчас я, может, покажу, что Аврору. Роллскапа. Мы поймем. Да не, не покажешь, походу. Да, по-моему. В первой игре чисто показали, и то потому, что выигрывали. Их всего 6 раз показали, по-моему. Кирюху нокают в киллфиде. Обсерверу вообще... И доедают. Вообще обсерверу, ну... Не интересуется обсервер это. Резеракуны нокают. Да, Боров сольник остается, Крейзи Ракун закрывает прям плотно и походу не дадут зайти уже казаху в зону. Это реально сегодня было уже, по-моему, такое. Все, Святик умирает, топ-15. У меня казах, Святик остался последний. Мы должны посмотреть шанс. Фейс, Гладиаторы, LG, Аврора, ГХС и Excel. Аврора, чат теперь будет играть, знаете, у нас когда? Через 2 дня, в финале. Красава, парни! Красава! А на путь уже? Все, отдыхаем по процедуре. Анатолий, вы большой молодец. А что, погнали? Запомните, через 2 дня мы сюда придем и забираем тарелку. И будем потом праздновать. Что ты жмешь? Ты, блядь, сам ко мне двигаешь. Вот ты только начинаешь это замечать. Сам жмешься ко мне, потом ты делаешь мне невидное лицо. Да ты ко мне жмешься, блядь. Ты мне что за руку взял? Ты так взял и так сидел? Ага. Вчера, блядь, отдыхаем, сегодня на активности, нахуй. А не, не поедем, блядь. Вот тебе, нахуй, 30 лет, блядь, сейчас развалишься. Ванек, езжай. Да ты нахуй езжай уже, я понял. Езжай, надо конечно. Вместе кататься везде. А чё, я ж тебе говорю, ты жмёшься ко мне, блядь. Вот что жмёшься, блядь. Надо вместе кататься, все вместе. Ванек, я занят, пойми. Ты занят не тем, чем нужно. Я уже ел. Я же сразу пошел. Я не хочу, в смысле, мне столько не лезет. Надо час подождать, потом можно еще сходить поесть. Там фруктики прийти, салатик замзануть. Нормально будет. Пальцы веером, да? А на простых народ попы, да? Просто плюешь, да? Ты на этом запустился, на серваке прям? На Европе. А, на Европе? Ну, приятно. Да, мне кажется, нету бахрейновских серваков. Мне кажется, их вырубили. А, ну пинг 4. Конечно. Так, и что мы играем? Какую карту? Этот фрагмент. Я беру тогда эту. Дур. Телепортирующуюся пару. Рейв? Да. Он кейс стоит слева. Давай. Иди. У меня двери. Еще на крыше. Делюсь. Да. Сюда. Надо их убить с разворота. И один левый идет. Лох ХП вот тут. Какое? Не, надо его... Бля, его реально надо подвинуть. Бля, ну его надо подвинуть, понял? Он... Бля, давай его просто за руки и за ноги возьмем. А, вы его без матраса? Давай на матрасе попробуем. Ну давай подвинуть его. Слышишь, давай его подвинем, попробуем. Бери ногу. Ну его, он тогда шейно ебнется, надо поднять. Надо сейчас, чтобы... Раз, два, три. Thank you.
Сука, проснулся. Чего делать? Я сосать не буду. Нормально, нормально. Тварь, блядь. И фьюз, найс, все хорош. Я пальчик встань. Ага, хитус. У меня пальчик, Че, я прибегу. Фена? Сказать, что нет фена, типа? Ну, я чё-то вчера не додумался. Так. Дэнсинг. Блядь, еще шкурки, да? Блядь. Еще же куртки. Короче, я пошел, чтобы не таскаться. Быстро, и я вас буду там ждать, окей, внизу? Со мной? Блядь. Короче, надо что-то еще от меня? Все? Все, ребята, я пошел, короче, относить. Мы за ценой не постоим. Китаец дал пачку сигарет и сказал, наш президент это любит. Президент? Да. Сигареты типа любит? Да, которые он дал. Возможно, там их не сигареты вообще. Ну, я надеюсь, там яда нет. Если я бы не попробовал, короче. Ну, смотри. Я посмотрю. Сигареты? Да. Пачка красивая. Печатанная? Не, половинку дал. В принципе, наплевал туда, членом поводил, да, поэтому вкусно. И половина. Что? Туда член засовывал, поэтому и половина. Так еще вкуснее будет. Все, Толь, не ворочайся. Это что, фристайли-то вы? И если один из них ловится на условный шпиль, то просто один из них точно падает на тачку, и один из них точно падает на нижний дом. Надо лайтом так. Да, просто лететь поздно и потом отсечь его, забрать у него верхний дом и отпиздить их. Я говорил слить. Пойду. В любом случае, Excel'ев легче убить, чем SSD. Мне кажется, без разницы. Вы знаете, как вот это контестить вообще? Куда падать? Кажется, это? Тут контест закончится тем, что просто будете стоять. Нет, куда надо падать? Какой стоит? Мне тоже кажется, что тут реально просто контест закончится тем, что они просто встанут и будут стоять. Это просто разбегалово будет, ну, подсоздать. Ну, вы же понимаете, что вот, когда вот это вот контестит, 40. Забирают вот это, потому что вот это приоритет. А если ты вот это приоритет забираешь, то вот эти долбоебы им сюда идти. Ну они будут лутать этот там. Да, и идти туда. Ну, нам надо падать сюда, походу. Многоэтаж, куда я про нее и говорю. То, что Кирилл будет. Ну что, мы просто падаем туда? Это все закончится тем, что мы заберем три дома, у нас не будет больше лута, и мы уйдем. Не, нам это похер. И они уйдут. Фальконы уйдут, и мы за ними пойдем. Ладно, все, пацаны, я разобрался. Че? Все, скорее снажка. Да? Да? Реально? Они отдали? Да. Я на них надавил, они отдали. Реально? Я надавил. Да пожалуйста, блядь! Реально отдали? Да. Да ну на. Ты куда ушли? На моде. Фу, блядь, долбоеба. Земля пуха. Просто. Бля, какой бан. Да мы бы их разъебали, пацаны, еще. Не пойдут они фалконы закрывать. Пойдут, стопудово. Фальконы всегда ходят в ту сторону. Если там начинаются файты, они будут подсасывать. Они, получается, затулятся против DMS, а мы придем уже на готовенько. Заебись. И добьем. Заебись. Да нормально, да. И добьем выживших. Добейте. Хлопать? Сейчас похлопаем. Хлопать? Сейчас похлопать, пока не уходи его. Да, там звук не записался. А сейчас это уже не будет же так прикольно, не? А? Сейчас же уже не будет. Сейчас, мне кажется, теперь точно охуеет. Это типа потроллить? Ну да.
Толь, сделаешь мне массаж? Сделаешь мне массаж? В спину. Ну, хотелось бы. Погнали. У меня один раз получилось. Уральником хлопали. Вот эта лягушка, помните, которая от кринжа умерла? Ух, блядь, черт подери. Я за руль. Да иди там. Блядь, сейчас тебя отрубят. Куда чё, нас? Ты сядешь нахуй, это угодно. Оп. Ай, блядь. Thank you. Погодка просто блеск. С нами решили. Нельзя сплиться. Я первый стоял, вы съебались, как обычно. Мы по два встали. Их еще два, я там один был. И пошли туда все вместе, да? Ну пошли, я не знаю, пошли, чего. Да, по итогу мой план все-таки нормальный был. Мой план. А ты, блядь, озвучил его? Нет. Так я стоял, а вы просто кинули меня через хуй. У меня трусы намокли. По мастеру мне спину. Ай, блядь, как больно. Ай, как больно-то. Как больно. Да, 47. Кирик, ты там? А, у вас фоткают? У меня жамкают. 47. Бля, я как этот нахуй. Давайте, когда мы победим, мы будем смотреть 47-е. Чисто на Олимпийские игры приехал, и, бля, я по турникам сейчас буду. Че? Да. 47. Он высокий. А Лёва поставил 99, потому что он, типа, в два раза лучше. Да, бля, тогда. С этим сыграешь, с Пихачем и... С Пихачем? С Пихачем. Как его? Да, можно в кармашек и просто пушить тянуть. Либо можно посидеть там. А если там занято? Помните, как вы пушили, когда зона была вот сюда, да? Как да. СНЛ заколил. Если будет снова такая же, мы можем просто реально с этой дамбы точно так же все сделать. И все будет охуенно. Погнали, все. Let's get it. На бэкстейдж. We are going backstage. 47. О, бля, что-то я... Я объелся? Вы там объели, да? Ну, что у тебя спать хочется? Спать хочется. Так, и что мы, типа, сверху спускаемся вниз, становимся напротив этой хуйни? Что я сказал? Верю? Нет. Что-то реально сложно. Короче, все, финишная прямая, сейчас мы идем на сцену. Дальше остается только ебать. Я тогда не пойду. Все, что движется. Все, что не движется, двигать, ну и там сами знаете. Смотри, футболка нормальная или села? Now we're about to get into the single figures and look at Aurora, all red evos, they're gonna be dangerous. The hitters still left in this lobby, Aurora, Alliance, FaZe Clan, Team Falcon, they're sending it. Aurora are sending it, LGD down, FaZe Clan also full, it's 6 kills now for Aurora. The same can be said about Falcons now. They now know, so there's gonna be a lot of information gained here for Aurora. So Timmy gone down and then it'll be exchanged, but there's the lifeline difference and there is another Skynate. Look where that zone is shifting, it's going south, it's going away from all of these teams except the likes of Aurora and FaZe Clan, who hold arguably some of the best positions right now. They have the zone and everybody who is inside of Cascade will have to leave.
As Aurora now, from their southern position on this zone, watch all of this happen in front of them. Aurora urge for them as Guild get eliminated. That was one of the teams not in the buildings. This is opening up for another fantastic game here. The Aurora getting the W if they play this right, but now everyone's leaving the buildings at the same time. He's left on his own. Fnatic will be eliminated as now we find ourselves for Aurora on the south. They've got full red. Bleeder actually moving up onto them to try and take them out before they even have the opportunity. Aurora step up to the plate as well. It looks like the decision has been made. From Elevate Bleed, the second place is what they want to play for as Aurora look to put their first win on the board. DMS, they're gone as well. 9 hit pops on the final shots, and Aurora will be a champion. Толь, а ты видел, как я Сиров смог ванклипнул? Да, да, да. Кого? Кирюха когда, короче, полетел, ой, я его каверил, его нокнули все равно. Я релоу делаю. Я релоу делаю и, короче, прикинь, я смог спреем 170 даю и Сиру убиваю. All of a sudden, EMP bang ult, and they can't do anything. Out at Lou, completely caught out in the open with that utility usage. Yeah, team have the oh no, I can't position, but the four of them outside. They lost up on Jet. Я имею в виду в лейте. А, програм, да. И там, пацаны, пришлось просто выпасть. Не, пацаны, там надо было просто резетнуть. Вот когда мы нокнули патика, надо было резетаться и все. И потом выебали. У меня сет резет было, я его стикнули. Я взрываюсь, меня взрывает еще у тебя банки. Сейчас меня трахнули. А ты где был? Идем, идем. Yeah.
заебались уже что-то. Все, давай. Давай, Свет. Aurora, sure it's a good spot, but it's only a good spot for the next 20 to 50 seconds. Свят. Ага. Давай. Давай еще вот так. Давай так. Раз. И вот так два. Давай. Бей. Раз. Два. И вот так кулачок тебе. Welcome along, and let me tell you, this is something special you are experiencing. Match 13, back on World's Edge, and back towards the tree. Left side, no points though. He's looking through towards the tree, but he was tripping. Wait for that, no points, but maybe isolate. He's a 3-2-1 top. Now, Aurora have lost one yet. We're making sure I'm going to have that captain. But remember, there are other squads in this area. I went for a little with the help. Aurora have been eliminated. They will not close out here. 12 squads remain. Only three teams not on match point are still alive here to get us to a match 14. In front of the field, and we'll be able to...